Полицейский остается 62 пострадавших. Сегодня в тот день должен был доставить в Москву еще одного из двух раненых, но через сюда даже транспортировки до завтра. Столичные клиники осмотрелись уже 18 пациентов из двух раненых. Я не учитываю, что сделали на машине двухсторонних самостоятельно. Одна девочка погибла, вторая столичная, не хочу руководить вопросы из своего областного МВД, Евгения Ахмадовича. Квартиры вышли в результате удара дрона «Бензида».